До нового учебного года осталось не так много времени. В школах региона ежедневно проходят проверки на соответствие требованиям пожарной безопасности. Всего в Ивановской области 291 общеобразовательное учреждение. Примерно 50% успешно прошли инспекции. Нам предъявлено к приемке к новому учебному году 197 образовательных учреждений. Все они приняты. У нас вопросов у органов государственного пожарнадзора по школам, которые были предъявлены к приемке, нет. На самом деле работа проведена огромная. Некоторые школы у нас, даже из-за того, что на их базе были организованы, проводились летние лагеря, проверялись не по одному разу. Во всех школах проведены дни пожарной безопасности, в рамках которых проводились и занятия, беседы, викторины с учениками, показ техники и другие мероприятия. Недавний разгул стихии добавил ложку дегтя в эту бочку меда. В Кинешемском районе из-за сильных порывов ветра одна из школ практически осталась без крыши. Только в марте отремонтированы капитально. Но даже такие чрезвычайные ситуации не должны отсрочить начало занятий. Некоторые школы, и не только Кинешемского, но и Заволжского района, пострадали в этой ситуации. И, понимая значимость вопроса о готовности школ к новому учебному году, сейчас данное муниципальное образование готовит необходимые пакеты документов в комиссии по чрезвычайным ситуациям для того, чтобы там, где это необходимо, в том числе в Кинешемском районе, были выделены дополнительные средства на то, чтобы из этой ситуации выйти. Другого выхода у нас, к сожалению, нет. Противопожарные сигнализации, по словам главного инспектора, в проверенных учебных заведениях функционируют исправно. Кроме того, в будущем году все школы Иванова и области будут в обязательном порядке оснащены антитеррористическими рамками. Получение знаний должно быть безопасным. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.